Южнокорейская картина «Возвращение духов» посвящена молодым кореянкам, которых в годы Второй мировой войны заставили стать секс-рабынями для утех японских военных. За первую неделю после выхода на экраны картину посмотрели более 1 000 000 зрителей. Режиссер Чо Джу Рэ работал над этим фильмом 14 лет. Он провел много времени в приюте для престарелых, где общался с бывшими женщинами для утех, которые делились с ним своими воспоминаниями. Этим женщинам сейчас уже под 90, но некоторые из них пришли на премьеру в Сеуле. Эти бабушки говорили мне, что если я собрался делать фильм, то должен сделать его хорошо, чтобы рассказать их историю. Это стало для меня самой сильной мотивацией, сильнее всех других, чтобы снять этот фильм. Средства на съемки были собраны путем краудфандинга. Взносы сделали более 75 тысяч человек. И многие из них были просто потрясены после просмотра. Не знаю, что и сказать. Слова переполняют мое сердце. Надеюсь, что Япония принесет самые искренние извинения. Деньги на фильм перечисляли многие люди, и я в том числе. И было очень приятно увидеть на экране и свое имя. Надеюсь, что женщинам для утех и дальше будут помогать, будут привлекать их к участию в общественной деятельности, до тех пор, пока японское правительство не принесет им искренние извинения. Южнокорейские активисты считают, что более 200 тысяч кореянок были вынуждены работать в японских борделях. Но лишь немногие из них рассказали об этом. Лента вышла уже после того, как в конце декабря Япония и Южная Корея заключили договор о решении проблемы женщин для утех, которая долгие годы отравляла отношения между двумя странами. Япония обещала выплатить более 8 миллионов долларов в пользу пострадавших женщин. Между тем, как в Корее, так и в Японии многие выражали недовольство условиями договора.